Всем привет, с вами Джейн Фокс, и сегодня мы почитаем новые забавные сообщения из разных соцсетей, типа как WhatsApp, Viber, VK, Telegram и многие другие. На самом деле я очень люблю читать такие штуки, но если вам тоже нравится, то обязательно ставь лайк. Родной, положи мне денег на счет. Сколько тебе? Сколько не жалко. Терминал мелочь не принимает, когда слишком жадный. А что ты будешь делать, если меня украдут? Буду бегать за машиной и кричать: «Спаситель, ты наш!» А потом догоню и скажу: «У меня еще одна сестра есть». Когда брат шутник от Бога. А у вас есть брат или сестра? У меня есть, она меня бесит. Она знает, что она меня бесит. Ну, невестка, как там мой сыночек? Да как? Водку пьет, по бабам шляется, меня бьет. Отлично. Ну да, главное, чтоб не болел, подгузник был поменен, одеялком накрыт, сопли в платке и бутылка в руке. Бедная жена, бедная невестка. Вали от него! Тебе нравятся мокрые мальчики? В каком смысле мокрые? Ты обоссался, что ли? Не знаю. Мне причинил боль тот, от кого я не ожидала. Что такое? Кот поцарапал. Да, это самая, наверное, стрёмная боль из всех болей. Или нет? Смотри, какой кот. А у вас есть домашние животные? У меня 2 котика. Ну, кот и кошка. Те еще паразиты. Привет, мы знакомы? Ну, конечно, вспомни, вчера во сне ты кого видела? Вчера во сне я видела толпу вампиров и дохлую собаку. Тузик, это ты? Да, дорогая, называй меня как хочешь. Ну, тогда принеси мне тапочки, только не гадь в них. Ты где? В тюрьме, на самом дне котла ада. Где ты? В смысле где? Понятно же, в школе. Слава богу, я закончила эту школу. Еее. Ну а вы ставьте плюсик, кто еще до сих пор учится в ней и мучается на самом дне котла ада. Милый, у меня к тебе 2 новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Давай с плохой. Я разбила твою BMW. А хорошая? Я больше так не буду. Девочки всегда такие. Я вообще не такая, у меня просто нет BMW. Не, на самом деле, мне кажется, такое не прокатит. Типа, я разбила твою машину, а потом я больше так не буду. Привет, я твой куратор в игре «Синий батя». Твое первое задание – сгонять за пивасом в магаз. Хорошо, пап, бегу. Волосы назад, рассекаю личиком воздух. Может, поиграть в эту игру? Потом мне папа устроит зеленого батю. Ты где? На кухне. Можешь накормить кошку? Ой, уже на балконе. Тогда принеси оттуда белье. Уже в ванной. Вымой раковину. Мам, я не дома. Отмаз. Чисто находишься в соседней комнате. Так, да, это же вообще типа Человек-паук. Или Бэтмен, типа с кухни на балкон, с балкона в ванну, а потом щух из дома. Суперспособность. Удачи тебе на первом свидании, сын. Удачи желают только неудачникам. Удачи, сын. Мама пранкер. Мама шутник. Мама подколола. Мама молодец. Привет, дорогая, что делаешь? Да ничего, скучаю по тебе. Ложусь спать скоро, а ты? В каком-то клубе стою с ножом в руке прямо за твоей спиной. Ревность. Девчонка попала. И больше ее никто не видел. Ну, наконец-то ты вошла в эру цифровых коммуникаций с новым смартфоном. Ну и как, мам? Мам, ты почему не отвечаешь? Как ты делаешь пробел? Когда дочь русская, мама не совсем. Мам, я приемная, скажи честно. Здорово, ёптель. Здравствуйте, мы знакомы? Ёптель, ё-моё, чё за нах? Это же кабан, чё, по Ави не видно? Можете так не выражаться, у меня родители рядом смотрят. Пардон, месье, я, наверное, ошибся, но на всякий-то у нас семейный утренник в 19:20 за гаражами. Надо обсудить новости про территориальное влияние нашего государства, ибо к нам санкции применяются. Вообще можно было зашифровать эту фразу, типа как, ну, в смайликах. Сейчас попробуем это сделать. Типа, месье... Дальше ищем время 7:20, но я нашла что-то типа 7:30, хорошо. Мы пропустили сбор, нужно найти кучку людей. И чтоб он точно понял, во сколько нужно написать типа время. Ну хотя бы какой-то домик, гараж. Кабан писал насчет санкций, значит нужно найти бутылку с чем-то. И так как они пойдут на разборки, какую-нибудь драку. Йоу, месье, у нас намечается туса в 7:20 в гараже, будем бухать и драться. Если вы хотите больше таких смешных сообщений, то обязательно ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями. И мы увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!